Всем привет, друзья! Давно мне пишут, покажи курочек. Ребят, показываю своих курочек. Это не все. Часть на улице бегает, часть где попало, в общем. Ну, пришло время вечернего кормления. Они заходят, просят. Чем сейчас кормлю? Вот здесь пшеница, ячмень, кукуруза. И голуби вышли. Там он выспает. Под семечек высыпал. Сколько у меня курей? Не знаю. Порядка, наверное, 25 курок. Ну и петуха штуки 4. Может 5. Видите, все разноцветненькие, красивенькие. Большинство лохмоногих. Брама сейчас у меня отдельно там с цесарками. Хотел именно яйца брамы насобирать, чтобы крылась брамой. И голубей сегодня первый раз открыл. Потому что ястреб бьет, пускай выйдет, погуляет. Кормлю я сейчас курочек более-менее на диете. Утром кружку литровую и вечером литровую кружку на всех. А дальше трава. Пускай ходит, что-то ищет, камешки. Сейчас, наверное, открою. Может, с улицы еще придут. Открыл вход на улицу, кто обошел, вышел. А вообще, сейчас курей стараю часов до 3 дня держать. Во дворе. Потому что начинает нести, где попало. А так до 3 они вынесутся и можно выпускать. Вот сходятся, я вижу. Вот. Есть у меня галашей петушок, который жил зиму, весну и осень с цесарками. И одна цесарка тут тоже, которая лупилась с цыплятами. Как я ее до цесарок не кидаю, он все равно перелазит. Он сбегается, курочки. Но это все равно не все, это чуть больше половины. Остальные не знаю где. Мне нравится. Я этот породу называю домашним. То есть разноцветные, красивенькие, несутся хорошо. Покупал я не помню каких пород. Кто скажет, тут черная курочка. Это вон их таких черных штук 6-7, наверное. В том году покупал яйцо. Какая-то порода, я не знаю. И карликовый кохинхин у меня есть. По-моему, 2 петушка и 3 курочки. Вот один красивый. Он второй вечно дерется со всеми. Вот и все кормление. Утром и вечером. Несутся с таким кормлением хорошо. И всегда у меня, ребята, круглый год. Вот вольеры с голубями. Такая вот бутылочка 5-литровая обрезана. И морская ракушка. Всегда круглый год. Хорошо едят и куры. И утки оттуда достают отлично. В общем, едят хорошо. И посадила, ребят, 2 квочки. Одна вот сидит.
Одна, вон, их даже две. Эти меняются с черной. Вот, вот еще одна. А это просто сидит. Они меняются. Ну вот так. И вот, ребят, для тех, кто просил показать курочек, пожалуйста. Это у меня один старый петух. Ему года 3. Где он тоже черненький, молодой. Где-то еще должен быть, да. Один галашей и рыжий где-то еще должен ходить. Сейчас давайте покажу, вылупился у меня один цыпленок. Случайно поднесли утки яйцо, которое выводили. Ну, сейчас покажу. Вот, ребят, цыпленок у меня в детской, там, где и перепилять нет. Перепилась, сейчас несутся хорошо. В районе 10 яиц в день. Что пока нормально. Яичко есть. И вот покажу вам. Вылупилось у меня. Там вообще немного яиц закладывал. У нас выключили свет. В общем, вылупилось 2 серебряных фазанчика. Вот. Вот один, вот второй и один охотничий. И цыпленок, который вывелся с подудки. Такой вот красивый, лохмоногенький. Вчера привез фазанчиков. Ну, вроде не обижают друг друга сильно. Он вот это задирается к охотничьему. Вот видите, охотничий бегает. Что-то он к нему задирается. О, кстати, надо выпутать, лапка попала где-то в нитку. Надо у него выпутать. Видите, цепляется к нему почему-то. Так, ну все, ребят, курочек показал, цыпленка показал, первого в этом году. А так все, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока.